Диригент – це людина, що керує підготовкою твору до виконання та диригує роботою оркестра або хора. Що потрібно відчувати, знати та вміти, працюючи диригентом, розповість Павло Багинський, диригент Харківського національного академічного театру опери та балету. Дирижер – человек, который отвечает за работу коллектива, в частности, оркестра симфонического. В оперном театре дирижер, он руководит как оркестром, так хором, так солистом. И также соединяет работу балета вместе с оркестром, то есть в балетных спектаклях. Мы не можем играть сами по себе музыку, как нам хочется, потому что одновременно происходит сценическое действие, и дирижер должен знать, что происходит в постановке, какие темпы удобны балету. Что касается опер, то тут целый комплекс идет подготовка каждого персонажа, каждого актера. То есть дирижер проверяет, выучена ли партия, допустим, отдельного солиста, достаточно ли готов, можно ли их сводить уже вместе с оркестром, оркестр с солистами, солистов с хором и так далее. То есть дирижер, он готовит окончательный продукт. Когда уже все готово, когда все партии выучены, то вот здесь в яме непосредственно мы встречаемся, музыканты, солисты на сцене, и дирижер сводит, чтобы все звучало гармонично, чтобы никто не выделялся, или когда надо, он выделялся, а другой, там, допустим, на вторых ролях. То есть он определяет все приоритеты в окончательной постановке. Плюс, наверное, это то, что постоянно ты общаешься с людьми. А минус, что ты постоянно общаешься с людьми. То есть практически все время ты должен быть с людьми. Это и хорошо, с одной стороны, ну и с другой стороны, иногда тоже хочется как бы побыть, может, одному. Хотя профессия дирижера, она предполагает и индивидуальную работу над партитурами, когда ты просто открываешь ноты там, великих композиторов, и ты погружаешься туда. И это тоже плюс. Плюсов больше. Главное совладать с нервами, наверное, своими, и чтобы разные ситуации, которые возникают, возможно, конфликтные какие-то, сложные, напряженные ситуации, а это всегда происходит в театре и в любом творческом коллективе, может произойти. Оставаться сдержанным и находить пути решения, чтобы люди продолжали работать над единой целью. Если человек хочет стать оперным дирижером, то он должен для себя решить, любит ли он оперу. Он должен просто гореть, жить этим. Он должен быть влюблен по уши в оперу, вообще в театр, в балет, вообще в театральную жизнь. Если этого нет, то сказать, вот мне надо выучить то, мне надо выучить это, и тогда я стану дирижером. Нет, не получится. Рано или поздно все равно это проявится, что человек не на своем месте. Поэтому если человек любит музыку, любит симфонический оркестр, если у него есть организационные способности, если он может влиять на людей, может говорить с людьми. То есть это личностные качества, которые всегда присутствуют. Изучать музыкальные инструменты, изучать вокал, как формируется пение, потому что мы работаем с вокалистами в театре. И первые, на кого люди смотрят, это, конечно, на солистов. Оркестр меньше видят, то есть меньше обращают внимания, больше смотрят на декорации, на костюмы, на голоса. Если человек готов брать большую ответственность на себя за вот такие вещи, как за представление, как спектакли, вот шоу такого масштаба, можно двигаться в этом направлении. Если человек, например, не способен брать большую ответственность за такие вещи, но он любит музыку, то, может быть, дирижирование – это не для него. Потому что дирижирование – это всегда ответственность. Репетиции у нас назначают с 10 утра, иногда репетиция может быть с 6 до 9 вечера. Спектакли бывают утренние, бывают вечерние, которые некоторые спектакли очень длинные, по 4,5 часа, чуть ли не там ближе к полуночи заканчиваются. Такого определенного графика, знаете, как на заводе, там в 9 пришел, в 6 ушел, или как в офисе, что вот отметился, у нас нет. Даже то время, которое мы в театре проводим, что это все время, которое мы отдаем музыке и театру, это тоже неправильно, потому что мы этим живем на самом деле. Вы
Вообще смешные истории происходят каждый день. То, что у нас было вчера на репетиции, у нас была смешная история. В «Евгении Онегине» там есть фраза, когда перед поединком Онегин и Ленский, на тот момент уже враги, которые вот сейчас готовы друг друга убить, размышляют и говорит: не разойтись ли нам по-любовному. Ну, то есть не пожать ли нам руки. И, наверное, это было бы правильно, потому что мы друзья. В этот момент, когда они пели «Не разойтись нам по-любовному», у нас произошло расхождение в оркестре. То есть, ну, поплыло, знаете. И было действительно смешно. Мы так, ну, оркестр засмеялся, говорит: не разойтись ли нам по-любовному, знаете. Ну, если, знаете, разойтись, это значит сыграть не вместе. Ибо существуют репетиции, чтобы этих расхождений было как можно меньше и ближе к спектаклю, к концерту, к выступлению. Это было уже все слажено, знаете, все как один попадали вместе, аккорды снимали, брали звук. И кто за это все отвечает? Пан диригент.